Глава 35 книги Иова. И продолжал Елиуй и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? Ты сказал, что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопиют, и Он не отвечает им, по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд перед ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова».